По Білгороду розпочнемо з території країни-агресорки. В Білгороді знову були прильоти безпілотників. Їхня тамтешня влада, губернатор, каже, що не знають, які безпілотники, але по відео видно, що є влучання в якусь багатоповерхівку. В чому проблема? В тому, що приїхали туди пожежна машина і просто банально їхні рукава не доставали до цієї пожежі, вони спостерігали, як воно горить. Пане Романе, яка, на вашу думку, доля Білгорода? Є шанси, що легіон РДК і всі, хто їм допомагають, можуть взяти контроль над цією територією? Чи це просто таке от тримання цього регіону в невагомості і невизначеності? Ну, это, скорее всего, судьба всех многоэтажек везде, скорее всего. Потому что, ну, не достают ни одни машины, по-моему, до 12 этажа не рассчитаны. Там до 20 могут добить струей как-то. Ну, а выше не достают. Потому что всех, кто живет выше, у них уже судьба сгореть. Потому те, кто строит эти многоэтажки, и, они должны понимать, что МЧСники просто до них не достанут. Нет механизмов потушить выше некоторого этажа, до которого достают лестницы пожарных машин. Вот эта проблема общая, она может даже мировая, они там чуть по-другому подходят к этому вопросу. Ну, близнецы башни это тоже показали, примерно та же самая картина. Ну, а Белгород сам по себе... Это Белгородская народная республика, это земля уже белгородчан, земля там или республика, как они ее будут называть. Все только дело времени, когда она освободится от российского оккупационного режима, и белгородчане станут независимыми людьми, которые будут сами принимать решения по своей дальнейшей судьбе. Мы в этом, конечно, будем наших соседей поддерживать всячески, потому такой здоровый сепаратизм, который сейчас начинает двигаться по Российской империи, это положительный маркер нормальных изменений, по крайней мере, их точно надо приветствовать. До речі, вчора, 16 червня, в Україну з офіційним візитом прибула делегація з Африки. Пане Романе, вони пропонували, ну, по-перше, в той момент, якраз тривала повітряна тривога, були прильоти, які наші ППО вже традиційно справилися. Згодом представники цієї делегації, там і Сенегал, і інші країни, і ПАР розповідали, один з представників казав, що він взагалі нічого не чув, не бачив. Ну, очевидно, така от риторика перед тим, як сьогодні, 17 числа, прибути в Санкт-Петербург і лизати там п'яти Путіну. Скажіть, будь ласка, і була пропозиція про якусь дорожню карту, про якийсь мирний план. Взагалі, для чого це, кому це потрібно і яка мета приїзду цих от африканських лідерів? Ну, перше, то, що було ясно із їх подачі, тобто, якої задачі вони сюди приїжджали. Там зернова зділка, опять какой-то аміак, удобрення і основне... То, что они хотели протолкнуть, это отзыв ордера на арест Путина от Международного уголовного суда. Ну, взамен типа нерасположения ядерного оружия в Беларуси. Теперь становится понятно, что это был за цирк с подачей россиян о расположении, вернее, передаче Лукашенко ядерного вооружения. Это... Ребята из питерской подворотни, такие галимые гопники, придумали проблему с передачей ядерного вооружения Беларуси и решили решить за счет отзыва этого ордера. То есть вот такая разводка. И в эту разводку завели Лукашенко, и в нее же завели вот этих... с позволения сказать, президентов африканских. И вот они ее пытались, по крайней мере, просунуть у нас. И, скорее всего, сейчас будут засвечивать как какую-то дорожную карту. Вот теперь самое интересное, зачем они приезжали. Они приезжали для того, чтобы легитимизировать вот эту дорожную карту. Ее легитимизировать приездом в нашу столицу, встречей с нашим военно-политическим или политическим руководством. Ну а потом ее покажут, засветят, сегодня засветят ее в Санкт-Петербурге как состоявшуюся
состоявшееся предложение и дальше начнут ее везде, где только можно, проталкивать. У Путина большая проблема, он выехать из России никуда не может, его все должны арестовать. Ну, не все, но те страны, которые, у которых есть отношения с МУС, они должны его арестовать. И потому у Путина он эту проблему пытается решить. И вот одна из механизмов решения – это расположение или нерасположение оружия ядерного в Беларуси. Никогда он там ни одного заряда не расположит, но, тем не менее, вот, пытается обменять, по крайней мере. Ну, а то, что... принимали, не надо было принимать, не надо было открывать двери, надо было сразу посылать за курсом русского корабля вот всех этих позвоночников, всех этих передатчиков от Путина, таких африканских передастов, которые вот приезжают. Не только они, от Папы Римского до Си Цзиньпиня, они же все с этой же темой приезжают. Замораживание конфликта, это значит капитуляции и передачи своих территорий. Потому сразу надо было посылать по курсу, чтобы сразу ехали в Санкт-Петербург, и тогда бы у них не было этой легализации. А так, получается, мы сами их легализовали, теперь они поднимут эту тему как уже проговоренную, проработанную, и нам придется, по крайней мере тому, кто их принимал, придется делать такие круглые глазки и рассказывать, что я не я, и хата не моя, я вообще не знаю, что они здесь делали и что они предложили, что это за дорожная карта. Так вот, для того, чтобы глазки круглые не делать и не делать целую страну, их просто принимать не надо с такими предложениями. Тогда не будет проблем.